Что закажем, ребят? 4 чизбургера без соленых огурцов. 4 чизбургера без соленых огурцов. Без соленых огурцов. Да, правильно. Ага. Это корабль, который называется Аверов. Он военный? Не видно, военный, да. Друзья, Греция самая красивая страна на всей планете. Если вы со мной согласны, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал обязательно. Первый раз вижу оленей так близко. Еще и с рогами. Да, с рогами. Смотри, смотри. О, он на нас смотрит. Добрый вечер, JL Army. Здравствуйте, ребята. Это JL Show. И сегодня, друзья, мы вам покажем видео, которое вы все ждали. Да, Рафарио? Да, да, да. Суперское видео, друзья. Мне очень нравится этот стиль. Особенно сейчас, когда у нас другая машина. Мы сделаем еще одно видео. White Shark. 24 часа в нашем White Shark. White Shark. 24 часа в White Shark. Так-то. Отлично, друзья. Итак, прежде чем мы начнем, 24 часа в машине, мы будем спать, сидеть, чем-то заниматься, со всем, что там у нас есть внутри. Мы можем зайти домой и взять только по одной вещи, которая тебе необходима, окей? Да, я уже подготовился. У него уже есть. У тебя есть что-нибудь, Рафарио? У меня есть отличная идея, и это будет классное видео. Да. Смотрите до конца, ребята. И подписывайтесь обязательно, нажимайте на колокольчик. Все, я пошел. Да! Я взял, друзья, ту вещь, которую хотел, но пока я вам не скажу, что это. Я покажу вам попозже. А я ты что взял, Рафарио? Я очень умный и знаю, что возьму с собой. Одну вещь, до которой не сможешь додуматься ни ты, ни ты, ни ты. Потому что вы тупые. Одиссей, иди сюда! Это же не вещь! Это не предмет, Рафарио! Это же твой сын! Ну? Это наш брат! Ничего страшного, я могу взять одну вещь. Я же вам сказал, я не понимаю хорошо по-гречески. Вот я взял одну вещь. Ладно, принимаю. Я тоже согласен. И будешь мне помогать, будешь? Ну, конечно! Потому что мы не можем выходить из машины, а DC может. Да, я правильно говорю, он может. Хорошо, отлично, ребята. Итак, дай мне камеру, я покажу, что я взял. Не смотрите сюда, не смотрите. Отлично, пока не смотрите. Идем в машину. Садитесь в машину! Друзья, я взял кое-что, чтобы подшутить над ними. Как всегда, взял одного пластмассового таракана. И когда вечером они уснут, может и не вечером, а когда будут что-то делать, я кину его на них, и они испугаются. Особенно Димон и Одиссей. Они очень боятся тараканов, пауков и всех насекомых. Поэтому это будет смешно. Погнали, ребят! Итак, ребята, как вы заметили, мы надели ремни безопасности. Всегда, всегда так делайте. Всегда, друзья. Без ремней мы не едем никуда. Это во-первых. Во-вторых... Начался наш челлендж. Мы все в машине, и это значит, что никто не может выйти из машины 24 часа. Сколько там времени? 12 часов, друзья. Но Одиссей может. Только Одиссей может. Да, правильно. Ладно, итак, начался челлендж. Да, и по одному делу мы заедем к бабушке. Да, друзья, поедем к бабушке, завезем ей кое-какие вещи. Их оставит Одиссей, потому что мы не можем выйти из машины. И потом поедем прогуляться, покушать. Близится обед, и я голоден. Да. Согласен? Отлично, поехали. Итак, опа, здесь поверни, Рафарио. Мы подъехали к бабушке. Сейчас Одиссей в багажнике. В багажнике, слышишь? Да, в багажнике. Там есть какие-то вещи, которые ты должен поднять наверх. Сможешь? Спокойно, спокойно, я сильный. И качок. Давай, мы тебя ждем, а потом поедем гулять. Хорошо, давай выходи. Иду, иду. Как я и сказал, ребята, Одиссею разрешено выходить на улицу. Его взял с собой Рафарио, это было умно. Смотри, смотри, он не может открыть багажник. Багажник? Не сможет? Он же тяжелый. Давай, давай, давай. Давай, давай. Потом как закрой? Смотри, смотри. Сначала открой калитку, а потом возьмешь это. А, да, точно. А то как зайдешь? Калитку открой. Ребята, пока Одиссей там мучается с калитками, вы обязательно подписывайтесь, чтобы мы набрали побольше подписчиков. Да, да, давай, давай. Отлично, пошел. Отлично, ребята, теперь ждем его. Отлично, пришел Одиссей. Как ты справился, Одиссей? Было очень легко. Ну ладно, эта коробка была немного тяжелая, не знаю, что это было. Но я справился. Ну ты крутой. Папа, смотрите, что мне дала моя бабушка в подарок. О, конфетки покушаем. Отлично, теперь я очень рад. Не знаю, я лично хел. Хел? Ты постоянно хел пьешь? Не только хел, но и воду. И воду? И молоко по утрам. Да, чай пьешь? Чай пью, обязательно, конечно. Да, я, друзья, заметил, когда иду к своим друзьям... Тем, кто стопроцентные местные греки. И я им говорю, давайте попьем чай. Им это кажется очень странным. Но когда мы, допустим, все наши, то пьем чай. У меня много друзей с русскими корнями и русских. Они все говорят, да, чай обязательно. Как знаете, как хорошо. Это... Он дает силу. В общем, каждый раз, когда я иду к своим друзьям, мы пьем чай. Такой горячий. Постоянно. Не знаю, пьете ли вы чай? Пишите в комментариях. Смотрите, мы весь день будем на дороге. Смотри, мы весь день будем на дороге, правильно? Да, правильно. Весь день, до ночи, и даже до утра.
Поехали, заедем, поедим сейчас, а потом уже продолжим дальнейший путь. Да. Как вы думаете, ребята? Да, я очень голодный, просто я, очень голодный. Я тоже. Ну да, друзья, сейчас время подходит к обеду, мы уже где-то полчаса едем. Не знаю, куда мы сейчас пойдем. Пойдем в Макдональдс? Ищи там, где дают еду на вынос. Из окна, где выдают. В Макдональдсе, думаю, выдают. Ребят, если в других ресторанах тоже выдают, напишите в комментариях. Поедем в Макдональдс в этом районе или в другом? У нас два на выбор, которые рядом. Да-да, поближе, в этом этот районе. Этот район ближе, поехали. Я туда. Надеюсь, что не произойдет то же самое, что произошло в прошлый раз, да? Беспредел полный. В том Макдональдсе с нами плохо разговаривали. Посмотрим сейчас, какой персонал в этом районе хуже или лучше. Да, и потом мы вам скажем, ребята, лучше или нет. Ну что, поехали кушать? Поехали. 20 minutes later. Сейчас налево, Стас. Налево, налево, да. Так, здесь, вот, для машин. Здесь, видишь? Справа здесь, видишь? Справа? Да, вот здесь. Отлично. Да-да, Рафарио. А здесь опять направо? Отлично. Куда нажимаем? Нет, еще не нажимаем. Не нажимаем. Езжай за вот этой машиной. Так, за этой машиной и пошли. Ты что будешь кушать, Одиссей? Не знаешь? Скушай что-нибудь необычное. Гамбургер, только с котлетой и с сыром. Только так. Думаю, мы все это едим. Без кетчупа и без никаких добавок. Без кетчупа, без ничего? Да, конечно. Ребята, как можно есть без кетчупа, без ничего? Еще один прикол про Одиссея. Он ест сувлак только с картошкой и мясом. Ни горчицу, ни кетчуп туда не кладет. Да, ну да, вообще без соуса. Как так можно вообще? Бредятина. Ни соус, ни дзадзики. Да это ненормально. Сувлак только с картошкой и мясом. Так, мы ждем, пока там кто-то заказывает. Отсканируй здесь. Что я отсканирую? Не знаю. Здрасте. Дайте мне одну минутку. Да. Итак, мы хотим 6 чизбургеров классических без соленых огурчиков. А я хочу с огурчиками. Тогда 4 без огурчиков. Здравствуйте. Да, здрасте. Извините за ожидание, слушаю вас. Без проблем. Сколько мы хотим, ребят? 4 чизбургера без огурчиков. 4 чизбургера без огурчиков. Все 14 без огурчиков? Да, правильно. 4. Отлично. Не 14, а 4. 2 с огурчиками. 2 с огурчиками. Я с огурчиками буду. Минутку, да. 2 с огурчиками. 2 с огурчиками? Да. То есть 4. Отлично. И 2. 4 плюс 2 в итоге... И еще 2, 5 без огурчиков. И еще 2, 5 без огурчиков. И без кетчупа. Да-да. Без соуса. Без ничего, в общем. Я вас не услышал. И еще 2 без кетчупа одинаковые, но без огурчиков и без кетчупа. Без огурчиков и кетчупа? Да. Я вас понял. Да, то без есть, ничего. Без ничего, только мясо и 2 булочки. И все. В некоторых есть еще горчица, лук. Нет. Нет, в эти 2 ничего. Понятно, значит лук не надо, только мясо. Ну да, Вот так, немного необычный Одиссей. А пить что будем? Хорошо, не говори мое имя. Ты чего вообще? Ребята все заказали, как вы видели. Немного запутались, но ничего страшного, бывает. Вежливо. Да, невежливо нам сказали, что съемка запрещена. Поэтому будем снимать вот так. Значит, будем снимать только здесь, самих себя. Самих себя. Опа. Сейчас, одну минутку. Отлично. Последняя кошка добавила. Да, спасибо. Да, спасибо. Ребята, как вы видели, они не хотели, чтобы мы снимали. Но они сказали это вежливо, не как в предыдущий раз, что хотелось им врезать. Здрасте. У нас запрещено снимать на камеру. Я вас не слушал. Выключите камеру. Почему запрещено? Просто запрещено. Я тебе дал разрешение меня снимать? Я скрою твое лицо. Я не буду вас обслуживать. Почему? Почему ты не будешь меня обслуживать? Я себя снимаю. Выключи камеру, выключи. Эй, что? Я себя снимаю. Выключи, я снимаю своего отца. Нет, мы себя снимаем. Я снимаю своего отца. Мы все делаем законно. Почему не обслужишь? Потому что ты снимаешь меня. Не снимаю я сейчас. Не снимаем и тебя. Снимаю сейчас? Почему так разговариваешь? Не могу понять. А этот парень был очень вежлив. Браво, лайк. Браво, Иллион, лайк. Поэтому, ребята, приезжайте в Макдональдс в этот район. Да, лучше сюда. С другой стороны, может, там и нормально, просто нам попался такой человек с проблемами в голове. Всякое бывает. Приезжайте, пожалуйста, в следующее окошко. Следующее? А, ведь пишет... Следующее. Да, отлично, мы делаем остановку, чтобы поесть и увидимся. 4 кока-колы. Правильно. Спасибо. Хорошего вам дня. Камера бы только не упала, потому что она дорогая. Держу камеру. Ребят, я говорю, нужно остановиться где-то покушать. Да, согласен. Да. Но только в машине, ребята, в машине, потому что... Одиссей может выйти. Ну да. Да, я могу выйти, спокойно прогуляться. Отлично, подожди, поставлю. Слушайте, ребята, у меня к вам один вопрос. Вы когда-нибудь замечали, что в таких заведениях, типа Макдональдс, кока-кола всегда вкуснее? Да, согласен. Там как будто больше газа. Да, как будто больше газа. Да. Так, Одиссей, вы... Отлично, сейчас поедим, ребята. Вы без ничего, это Стаса. Без ничего, ребята. Кто ест без ничего бургер? Скажите мне, без кетчупа, соусов, без ничего. Ребята, я ем. Это без огурчиков, Стаса. Отлично. На, Рафарё, 2 и 2.
спасибо. Как видите, ребята, бургеры очень маленькие. Посмотрим, насколько нам их хватит, потому что в следующий раз будем есть ближе к вечеру. Правильно. Рафарио, возьми одну салфетку. Это для тебя, это для Стаса, эти две для меня. А для Одиссея ничего. Эй! На. И тробочки, сделаны из бумаги, парни. Видите? Ради нашей спасем природы. Спасем нашу природу. Спасем природу, ребята, обязательно. Спасем природу. Сказать честно, мы заказали маленькие. Средние, да, но нам дали такие. Ладно, ничего страшного. Ну что, начинаем есть? Да, едим. Все, все, давайте, давайте, ребята, начали. Ребят, как вы думаете, если мы сделаем челлендж, кто съест больше? Бергер? Бургер. Бургер. Думаешь, бергер? Ну да, что-то в этом стиле. Да, парни, если вы тоже думаете об этом, подбросьте нам идею для видео. Возьмем примерно 80-100 бургеров и посмотрим, кто... съест больше. Да. Это хорошая идея. Они стоят 1 евро, платишь 100 евро и делаешь челлендж. Идея классная. Правильно, да. Да-да-да. Кстати, у меня есть еще одна идея. Допустим, для меня и Димона челлендж. У меня есть 100 или 200 евро, не знаю. И я должен истратить их на еду или еще на что-нибудь, где-то в Афинах. А у Димона 5 евро, и он тоже должен купить еду и выжить. Отличная идея, ребята. Только ты с 5 евро, а я со 100. Да, ребята, знаю, кажется, что это нелегко, но мы все равно попробуем. Если вам понравилось, мы это сделаем для вас. Пишите в комментариях, ребята. Обязательно. Первый пошел. Ребята. Это было очень-очень вкусно. Я ставлю оценку 10. А ты? За такую цену 10. То есть 1 евро стоит 1 бургер. Точно, оценка 10. Димон? Я поставлю за еду 10 и за Кока-Колу 10. Одиссей? За еду я ставлю 9, тебя за Кока-Колу 10. Бургер 9, а Кока-Кола 10. Ну, конечно, 9. Ведь без кетчупа, без... Представьте, хлеб, мясо, хлеб. Суперский бургер. Ну, там есть сыр. Есть сыр? Ау! Ну все, ребята, сейчас мы поедем на побережье в сторону Пирея, Глифада, Вула, Суньо. Не знаю, поедем везде, кататься. Везде, везде, проведем время, что еще делать? У нас еще весь день впереди, поедим, когда немного стемнеет. Да, правильно. Поехали, ребята, увидимся. 12 seconds later. Итак, ребята, мы все уже знаем, что скоро открывают школы. И я хочу вас спросить, что вы предпочитаете? Онлайн-обучение или вы хотите ходить в школу? И обучаться там, и общаться со своими друзьями в школе, понимаете? Понимаете, что я имею в виду? Ты вот, например, Одиссей, ты что предпочитаешь? Ходить в школу? Ну, я бы выбрал онлайн. Но с другой стороны, когда сидишь за одним компом, надоедает. Да, логично. И еще, ребята, скажите мне, когда закончится карантин, что вы прежде всего сделаете? Куда пойдете гулять? Что будете делать? Что пить? Что кушать? Расскажите нам в комментариях. Я скажу тебе, Димон, чего мне больше всего не хватало. Логично, что спортзал. Мне очень не хватало спортзала. Я заржавел и устал уже говорить это постоянно. И кое-чего мне не хватало очень, ну просто очень сильно. Это кинотеатры, ребята. Ощущение, когда заходишь внутрь, это аура, этот климат. Заходишь внутрь, берешь попкорн, берешь мармеладки, берешь кока-колу, заходишь, смотришь рекламу, которую ставят в начале. Она мне очень нравится, я не знаю почему. Ешь попкорн, пока не началось кино, и потом смотришь фильм. Итак, друзья, мы катаемся, и наконец-то доехали до побережья. Мы находимся в Палео Фалеро. Многие знают его. Где мы, Рафарио? Что здесь видно? Где мы находимся? Здесь знаешь стадион тэквондо, по-моему. Тэквондо. Здесь стадион тэквондо, точно, стадион. Слушайте, а здесь проводят бои ММА и Survivor, да? Да, да, здесь. Нет, думаю, что... я вообще имею в виду, здесь это было? Здесь или нет? Да, да, здесь. А сейчас куда мы едем, Рафарио? Может, ты заблудился? Фиг его знает сейчас, что делаем. Катаемся. Осторожно, Рафарио. Маленькие кораблики. Как они называются там? Красиво. Никто не знает. Катера? Яхты, яхты. Катера и яхты. Они стоят у причала. Но ты не можешь туда попасть на машине. Но мы не можем выйти из машины. К сожалению, мы очень сильно хотим выйти на улицу, чтобы показать вам всю красоту, особенно тем, кто не был в Афинах и не видел всего этого. Но это сложно, ребят, потому что мы в машине, и вы понимаете, что мы не можем этого сделать. Если приедете в Афины, приезжайте обязательно во Флисбос и классно проведете время. Здесь есть кафетерий, да, парк, да, для, да, прогулок, точно, мороженое, все такое. Смотри, смотри, что творится. Сними это, сними, вон там, сними, сними. Этот корабль называется Аверов. Военный. Да, вот там, да, вот за деревьями, видно. Видите, ребят? Да-да-да, военный. Их не видно. Сейчас остановимся здесь и снимай из окна. Сможешь? Видно? Это не то, нет. Ну подожди, сейчас да, не да. Видно за деревьями. Ничего не видно. Где-то там. Короче, не видно. Это корабль Аверов, военный корабль. Да. И если хотите, у меня есть сумасшедшая идея, парни.
Или зайдем без разрешения скрытно на корабль, или будем играть там в прятки. Как да, идея? Лучше зайдем без разрешения, так лучше, мне кажется. Ладно, напишите в комментариях. Просто напишите в комментариях. Да, сделайте это. И мы сделаем вот так. И все никогда просто. Никаких проблем. Мы едем в сторону Суньо. Кто его знает, куда мы Никто уже едем? Никто не знает. Кстати, я уже говорил, но еще раз скажу. Даже если вы сидите на заднем сиденье, все равно пристегивайте ремень да, безопасности. Да, и сзади есть ремень, ребята. Ремень — это очень важно. One hour later. Доехали до Глифады, ребята, и сейчас просто катаемся и ищем красивые дома. Сказать честно, я даже не знаю, где эти красивые дома и виллы, но мы хотим их найти, потому что собираемся в скором времени переехать сюда. Через годик-два. Мы этого очень хотим. И поэтому хотим представить и увидеть то, о чем мы мечтаем, чтобы было еще больше желания и стимула зарабатывать. Я сказал это как-то сумбурно, но думаю, что вы поняли ход моих мыслей. Правильно? Правильно. Да-да. Рафарио, здесь направо поверни. Где? Здесь. Здесь и в другом месте. В другом месте. Там чуть ниже есть очень красивое место. Как это называется? Это обрыв, да? Обрыв. Ну, я и говорю обрыв. Обрыв Лемос. А, обрыв Лемос. Да, так называется. Сейчас посмотрим. Там очень красиво. Очень, очень красиво. Там красивый закат. Но еще рано. Сейчас где-то 5 часов, еще совсем рано. Давай газ дадим. Опа, Рафарио, белая ты... Белая акула, парни, White Shark. Но никогда так не делайте, пожалуйста. Так, сейчас поворачиваем, да? Да, ребята, когда вы начинаете водить машину, всегда водите аккуратно. Это очень важно. У нас только одна жизнь, поэтому мы должны быть осторожными, правильно же говорю? Да. И если вы со мной согласны, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Итак, поехали внутрь. Да, поехали. Сейчас увидим обрыв Лемос. Eventually. Итак, ребята, мы подъезжаем к обрыву. Посмотрите, как красиво. Мне кажется... К сожалению, мы не можем выйти на улицу, но Одиссей может. Пойдите, я выйду и сниму. Одиссей, знаешь что, возьми сейчас камеру и смотри, как красиво. Возьмешь сейчас камеру и пойдешь все снимешь. Но аккуратно. Я тебя очень прошу, аккуратно. Не дай бог упадет камера. Не дай бог упадет камера, Одиссей. Расслабься. Слушайте, как красиво, ладно. А? Все, бро. Бери камеру. Да, беру, отлично. Сейчас я вам покажу, какой красивый вид здесь. Пойдемте. Давай, выходи, Одиссей. Одиссей, держи хорошо камеру. Да. Держишь? Иди давай, сюда. Давай. Так, я хочу, чтобы ты пошел сейчас туда вниз и снял все побережье. Красивые виды. Очень тебя прошу, Одиссей. Всем покажем, да. Ты должен научиться снимать видео, Одиссей. Ты же взрослеешь, должен научиться. Давай, ждем тебя здесь. Аккуратно, не упади. Ребята, Греция самая красивая страна на планете. Если вы со мной согласны, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал обязательно. Отлично, я сняла абсолютно все, что хотела, и поэтому я теперь пойду в машину к папе и братьям и продолжим наше видео. Ладно, я пошел. До встречи. Все, я снял. Опа, красавчик, Одиссей. Надеюсь, ты снял красиво. Да, я снял много дублей. Надеюсь, будет красиво. Может, ты еще и камеру держал нормально, чтобы она не шаталась? Итак, дай мне сюда камеру. И еще, Одиссей, ты должен забрать мусор, который у меня здесь собрался. Ладно, и сзади окей. Еще есть. Выкини в мусорку, ладно? Слушай, я пока свою колу оставлю, наверное. Оставишь? Почему? Там же пусто. Не, оставь, да. Димон? Да. Давай сюда, кидай, Димон. Кидай. Вот мое. На, держи, возьми. Отлично, давай. На. Итак, Одиссей... Выкинь мусор. Итак, Одиссей, возьми это и выкинь мусор. Да. Держишь? Да, держу. Выкинь мусорку. Ах, какой счастливчик, Одиссей. Готово. Теперь садись назад. Отлично. Ах, какой счастливчик, Одиссей. Как же мне хочется выйти. Мы столько часов в машине, и мне хочется выйти немного походить. Да, день такой хороший. Одиссей, как себя чувствуешь после прогулки? Было классно, брат. Немножко размялся? Мы уже 4 или 5 часов в этой машине. Засиделся? Да, кошмар. Слушай, Рафарио, скажи мне, вот почему ты это не выкинул? Он же пустой. Он мне еще пригодится. Не переживай, поехали. Ладно, поехали, короче, дальше. Поедем. Давай. Куда поедем сейчас? А, Рафарио? Ну, не знаю куда, вниз, наверное, вниз. Суньо, в общем, я трогаюсь, ребята. Я за рулем, не могу много разговаривать. Итак, пристегиваемся и поехали.
Красота, ребята. О, смотрите, и дорога шоколад. Да, отличная, отличная. Хорошая дорога, да. Для белой акулы, для BMW X3 это то, что нужно. Да. Друзья, клянусь. Завязывай. Друзья, это очень красиво. Это супер. Греция – самая лучшая страна на планете. Знайте, ребята, знайте. Ты согласен, Димон? Да, согласен. Еще и засыпаю. Засыпаешь? Mm. Ну да, уже 7 часов, и мы действительно уже почти 7 часов в машине. Что, вот уже так. 7 часов? Да. Катаемся тут, катаемся там, сделали несколько кругов. Даже не знаю, что за видео у нас выйдет. Мы заехали в центр Афин, но ничего не сняли. Были большие пробки, и снимать было нечего. Да, были сильные пробки в центре, и мы решили не снимать почти. Сейчас мы подъезжаем к Сунио потихоньку. Увидим, ребята. Я начинаю хотеть есть. Но перед нами еще очень долгий путь. Я тоже хочу кушать, тоже. Одиссей, ты тоже голодный? Да, немного голодный, но я потерплю. Бедняжка, постоянно голодный. Да, хорошо. Ребят, подписывайтесь, этим вы нам помогаете. 2 hours later. Спит, Димон. Все, фул, устал. Да уж. Ребят, у меня проблемы, ребят. А, вот здесь остановочка сейчас. Подождите, сейчас едем вниз, вниз. Остановимся немного, потому что у меня есть одна проблема, ребята. Хочу по нужде. По нужде. Что мне теперь делать? Мы не взяли с собой бутылки. Не взяли. Боюсь, сейчас случится что-то страшное. Димон, Димон. Что? В туалет хочу. Ок. Что ок? Ты что хочешь, чтобы я помог тебе? Не можем выйти на улицу, Димон. Сделаю сюда. О, не надо. Отвернись нахрен. Отверните голову, отвернитесь. Фу. Что мне делать, ребят? Я не могу. Тихо, Одиссей, я не могу. Самое неприятное, что я слышал. Поставлю здесь. Все. Наконец-то. О боже, Рафарио, какой ты бессовестный. Почему ты это сделал? Выкини это. Блин, как противно. Нет, ладно, нет. Давай откроем немного окна. Давай, поехали. Окна. Все, погнали. Хорошо. Отлично, ребята. Хорошо. Другой уровень, ребята. Сейчас я чувствую себя отлично. Да, поехали. Доброе утро. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Как дела? Все супер. Мы почти доехали в Сунио. Да. Вода есть? Попью немного кока-колы. Эй, фу, стоп, стоп, стоп. Оставь нахрен. Димон. Димон, ты что, не видел, что ли, что он мочу мою взял? Потому что вы тупые. Я забыл просто. Я забыл. Давай, остановлю. Выбеги, выбеги, Стас. Давай, выбеги. Черт, выбеги. Да не, не выбегай, проиграешь. Проиграешь. Блин. Вы нормальные, ребята? Хорошо, что я не видел и не смотрел туда. Скажи, ты почему не выкинул это? Как я выброшу этот мусор? Стас, ну как ты? Что-то глотнул. Ужас, блин. Что это было? Я в шоке. Это была кока-кола, просто просроченная. Просроченная, не переживай. И настолько противно. Смотрите, мои глаза. Я туда налил, знаешь что?
Налил антисептик и немного так, не переживай. А ты меня пугаешь, не что там было? Не переживай, говорю, не переживай. Аквариум в тот стакан, куда это, короче. Эй! Ладно, ладно, ничего не было. Счастливом. Ладно, ладно, ничего страшного. Поехали, поехали. Тихо, тихо, Одиссей, остановимся, выбросишь мусор, понял? Да, не да. Будешь мне говорить. Понял? Не-не-не, я молчу. Так. Итак, друзья, мы приехали в Лаврио. Здесь, где паркуются лодки. Как они называются? Не знаю, как они называются? Катера? Яхты? Нет, яхты? Не катера. Катера, по-моему. Да, точно, яхты. И они очень красивые. Посмотрите сами. Здесь занимаются их ремонтом, друзья. Ага. В общем, мы не смогли много снимать, потому что... Нет-нет, знаете что? Потому что нужно оставлять машину и... нужно выходить на да, улицу. Да-да, мы не можем. Поэтому, к сожалению, извините, друзья, да. Но у нас... У нас такой челлендж, вы знаете. Снимай, смотри, как красиво. Смотрите сюда. Смотри, сколько здесь яхт. Здесь их паркуют, чинят, здесь их сервис. Да, сервис, покраска. Покраска. Готовят к лету сейчас, ребята. Одиссей. Снимаешь видео, да? Вот такие у вас. Сейчас Одиссей, снимаю. Смотри. Да, слушай. Возьми золотую карту. Окей. И возьмешь... Даже не знаю. Три хэла. Да, классические понял. Для меня. И не забудь трубочки, чтобы попить. Понял? Да. То есть три хэла и вот эти красные трубочки. Да, давай, если давай, будет, давай, мне да, яблочный да. Вкус. Если нет, то классический. Да, да, ладно. Давай, мы тебя ждем. Через две минуты я буду здесь. Осторожно на да, дороге. Да, да, буду осторожен. Будь спокоен. Да, да, обойди спереди, спереди. Да, окей. Тихо, тихо, пошел. Не беги, не беги. Спокойно, спокойно переходим через дорогу. Снимай, снимай, давай. Смотри. А, видишь? А. Сейчас ребенку разрешат купить энергетик. Или нет? Ну-ка, посмотрим, как это будет. Давай, сниму его сейчас. Later. Ладно, Одиссей, там все хорошо. Идем, Одиссей. Молодец, браво, мой мальчик. Браво, 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 браво. Отлично, я вам все принес. Что ты нам принес? Ну-ка. Дай мне карту, Одиссей. На, держи, отлично. Забирай. А, так. Эй, Одиссей, я тебе сказал большой хел, а не маленький. Большой! Ничего страшного, нормально ладно, ладно. Все. Не говорил ты, придурок. Маленький сказал. Большой сказал. Он же сказал маленький. Маленький. Не знаешь, не лезь. Пишите в комментариях, маленький мы сказали сказал. Маленький. Да, почему да. Димон говорит, что он сказал большой? Обманщик. Да. И потом еще он говорит, что сказал большой. Да? Чтобы я опять за ним пошел. Да-да-да. Обманщик. Ребята, начинает потихоньку темнеть. Правда в том, что я очень хочу в туалет. Я очень долго держался. Часов 8, наверное. А я вообще не хочу в туалет. Да, конечно. Да, конечно. Не хочешь ты. Димон, я хочу в туалет, хочу спать и хочу поиграть в компьютер. Я хочу... Есть, хочу все, я хочу уйти отсюда. А ты, малыш? В туалет, очень сильно хочу в туалет. Понятно, ребята. Мы поедем сейчас и поедим сувакли или еще чего-нибудь. Ты возьмешь нам и принесешь да, сюда. Ага. И мы будем это здесь можешь есть. Спокойно там сходи в туалет. Да, а мы вынуждены будем в бутылочке, как-то так. Не буду много говорить, это да, не обязательно. Да, принесешь бутылочки для нас, вот для так, вас. Так, друзья, я очень устал и чувствую, что у меня голова... Да, и голова болит сильно. Знаешь почему? Потому что всю дорогу я за рулем. У меня уже затекло все тело. Как выдерживают люди, которые водят фуры? Не понимаю. Да, как выдерживают? А? Короче, ребята, увидимся. Итак, приближаемся к нашей еде. А, Рафарио, готов? Всегда готов. Вот, Димон, здесь есть ресторан. О, да. Отлично, возьмем здесь еду. Народу куча. О, мы попали. Мы могли бы сесть за столик, как нормальные люди. Будем но мы как внутри, кошаки, да? Блин. Будем сидеть здесь и кушать в машине. Смотри, сколько там народу. О, ты смотри, сколько, сколько машин. Народу. Смотри. Полный. Да. Короче, попали. Одиссей, пойдешь туда и принесешь нам сувакля. Что сказал? Эй, что ты спишь? Что сказал? Почему опять не я? Не ной. Эй, Рафари. Возьмешь нам еду? Да, я готов. Я готов. Чуть-чуть. Дам ему сейчас золотую карту. Короче, друзья, уже темнеет. Темнеет. Да, очень тяжело, ребята, сказать честно, да. 9 часов. Разыгрался аппетит. Одиссей, очень тяжело. Одиссей, на. Ладно. Все окей? Я пошел, парни. Знаешь, что там нужно взять, да? Один с курицей. Один а с я курицей? Со свининой и со всеми соусами.
И мороженое! Мороженое! Да-да, я там его съем. Ладно, съешь Ждем. Его там, на улице. Отлично. Ждем тебя, давай. Давай, давай, Валюша. Да, все, я пошел, давай. Скоро буду. Да. Тяжелая вот жизнь. Так. Для чего нам этот челлендж? Смотри, как ему хорошо. Выходит на улицу, шагает, как нормальный человек. А мы здесь. Будем сидеть и жрать. Да. Итак, Одиссей возвращается. Эй, Одиссей, давай уже живей. Идем, давай быстро. Сюда. Давай, давай. Смотри на него, идет и не торопится. Еле-еле идет. Да иди быстрее, блин. Вот, держите, парни. Одиссей, мы такие голодные, а ты еле двигаешься. Хорошо, парни, теперь я пойду и возьму себе мороженое. И вернусь потом. Давай, 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 давай. Только ешь его там, неси давай. Сюда. И не неси сюда, ладно, ешь там. Иди, иди. Я того съел. Ешь там. Стас, снимай сюда. Давай. Ребята, к сожалению, мы будем есть в машине, как бедолаги, как свиньи, даже не знаю, как еще сказать. Этот малыш пойдет сейчас внутрь и поест, как человек. Это наш Одиссей. Счастливчик. Димон, это тебе. Моё? Отлично. Так. Отлично. Снимай, снимай, снимай. Отлично. Снимай. Что там красота. Еще? Это моё, со свининой. А, со свининой, да. Этот твоё. Со свининой мой, я ем со свининой. Ой, блин. Предпочитаю парни, такой. Парни, сильный запах, откроем дверь. Мы ведь можем открыть да, дверь? Да, можем открыть. Фу. Давай, Стас, ты тоже открой. И все это время, пока мы пытаемся поесть, Одиссей, смотрите. Смотрите, какая красота. Смотри, отлично, смотри, какая супер, красота. Сувакля. Отлично, супер. Отлично. Ну тогда приятного нам аппетита. Оставляю камеру и начинаю есть. Оставь камеру там, оставь там. Чтобы потом не говорили, что мы обманываем. Держи. Да-да-да, ребята. Приятного аппетита, ребята. Спасибо большое, всех благ. Так, ребята, уже настоящая темень, уже 10 часов, и едем... Куда едем? Мы сейчас на горе, наверху, и никуда не едем, просто шарахаемся, чтобы прошло время. Да. Когда будет где-то 11-12, мы отвезем малыша домой, чтобы он поспал, и поедем спать в машине куда-то. В машине. У нас нет выбора. Как-то так, парни, проводим время. Посмотрим немного на город сверху, посмотрим, какие красивые Афины. Глотнем свежего воздуха. Воздуха, да, чтобы началась аллергия. Что-то давно ее не было, почти весь день, мне ее так не хватало. Скучал а здесь по ней. Может нам развернуться и сразу снимать видео, смотрите, да? Ребята, там Афины. Вау! Супер-супер, поднимаемся еще выше. Поехали, Рафаэль, что еще скажешь? Выше. Там не будет видно, там просто горы. Смотри, как красиво. Афины, любимые наши Афины. Красота. Представляете? Были там внизу, проехали по кругу и... Лиса! Лиса, лиса, опа! Что? Смотри, лиса была. Лиса? Уже не видно. Ладно, оставь ее здесь. На горе Парнифа очень много лис. Ага. Смотрите, как красиво. Да, друзья. Афины — это самый красивый город в мире. Да, Димон? Да, куда уж красивей. Один из самых красивых. Меня разочаровал немного центр города. Там было как-то грязно, не знаю. Ну, в общем, ребят, я не так представлял. Ребят, всем нам надо делать одну вещь. За собой убирать для начала. Да, коротко скажу. Каждый должен убирать за собой свой мусор. И если каждый будет за собой убирать мусор и не бросать его под ноги, то город будет чистый. Мы стремимся к этому, ребята. Чтобы Греция была самая лучшая и красивая страна в мире. Самая чистая, понимаете? Да, но сначала нужно поменять наше мышление. Чтобы просто быть людьми. Ладно, поедем посмотрим еще виды. Скоро увидимся. Ребята, олени, смотрите. Не знаю, видно ли вам. Сейчас, подожди, съедем назад к оленям. Так, 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 включи смотри. Дальний свет. Смотри. Смотри. Ты включил дальний? Это дальний свет. Олени, видите, ребята? Смотрите. Аккуратно. Аккуратно, Рафарио, аккуратно. Да, конечно. Не пугай их. Я не пугаю. О, классно. О, боже мой, какая красота. Первый раз вижу оленей так близко. Еще и с рогами. Да, с рогами. Да, смотри. Смотри, как да смотрит. Что, боже мой. Привет, олени, как дела? Чесси. О, боже мой. Вау, первый раз вижу оленей. Ты первый раз их видишь? Ладно, ну да, я вру. Я их на самом деле первый раз вижу в зоопарке. Да, на природе они он имеет. На природе, да. В видеоиграх, вот что я вам скажу.
Отлично, ребята, теперь мы поедем домой. И еще отсюда не виден город, потому что мы как бы внутри горы. Мы поедем обратно и еще раз на него посмотрим. Оставим малыша дома спать, и потом мы будем спать в машине. Вот и все. Такой план. Итак, друзья, подъезжаем наконец-то к нашему дому. Наконец-то. Но в чем смысл вообще, фиг знает, потому что... Опять в машине же будем оставаться, да, оставим Одиссея дома. И это значит, что мы будем готовиться ко сну потихоньку. Уже 11, поэтому по необходимости будем спать. Вообще-то я засыпаю в 1:30 ночи, но сейчас хочу спать. Да, ничего не поделаешь, надоедает, устаешь. И потом, чем быстрее уснем, тем быстрее пройдет время и закончится челлендж. Правильно. Вот наш дом. Сейчас вот уже наш дом видно. Ага. Да, вот она. Вон твоя черная пантера. Черная пантера, ты так ведь ее называешь, да? Да, это моя машина, черная пантера. Вот, черная пантера, а здесь белая акула. Итак. Ну что, выходим или нет? Выходим? Да. Ладно, ребята, это была шутка. Я думал, может, вы забудете и выйдете и проиграете. А я выиграю. Одиссей, слушай. Да. Давай, иди домой и только сразу спать. И не играй сейчас в Fortnite и всякую хрень. Нет, расслабься. Точно, да? Я позвоню и спрошу у мамы, знай. Спрошу у нее. Ладно, давай, увидимся. Ладно, увидимся, парни. Итак, Рафарио. Ладно, давай ложиться будем. Давай, Дима, давай, тебе нормально так? Смотри, нормально? Ты мне ноги придавил, а? Рафарио, что ты делаешь? Проблемы. Хорошо, буду так. Ладно, ребята. Спокойной ночи. И что еще сказать? Увидимся утром, думаю, окей? Давай, окей, пока. 12:00 midnight. Ребята, сейчас все спят. Пришло время подшутить над ними. Я же не зря взял эту штуку. Видите? Сейчас я положу это на Димона, разбудим его и скажем: смотри, что на тебе! Шш! Включим свет. Шш, отлично. Димон, все хорошо? Ты что хотел? Я бы не хотел тебя пугать, но что это на твоей ноге? Таракан! Там таракан! Где таракан? Там таракан, посмотри, где-то там таракан! Какой таракан? Ну смотрите, там где-то, вон там, вон там! Ой, ай! Убей его ногой! Ударь кроссовком! Эй, аккуратней с машиной, аккуратней, Рафарио! Успокойся! Это была шутка, парни! Ладно, сказать честно, это было... Какая шутка, ты знаешь, как я боюсь всяких тараканов? Да, я знаю, и поэтому взял его с собой. Это был прикол, но я не ожидал такой реакции и не думал, что вы будете так орать и бить машину. Ты че орешь, как ненормальный? Потому что я таракана увидел! Какого таракана? Че орешь, говорю тебе? Рафарио испугался больше Димона. Конечно, орел прям в ухо орал мне. Итак, ребята. Нормальные, нет? Ладно, думаю, что... Какой нахрен экстрим? Сказать честно, думал, что просто немного приколюсь над вами, но в итоге Димон обосрался от страха. Обосрался и Рафарио, потому что обосрался Димон, так что... Давай, все, спать нахрен, все спать! Все спать быстро! Да. The next day. Стас, проснись. Утро уже. Рафарио, просыпайтесь. Че ты нас будешь, Димон? Рано еще. Я не могу больше спать. Давайте, сколько времени? Я не помещаюсь, тут жарко. Я всю ночь так проспал. Подвиньтесь уже, сделайте что-нибудь. Мне неудобно, жарко, сколько я времени? Не могу больше. 6:22 сейчас. 6:22? Я не могу больше спать. В такое время от жары я проснулся. И смотрел фильмы в телефоне. Сейчас солнце взойдет. Чувствую, хочу спать. Не могу. А теперь что делаем? Нам осталось еще 5 часов. Ладно, какие еще 5 часов? Я думаю, что мы закончили этот челлендж, потому что мы выдержали почти 24 часа. Да. Потом будут возмущаться.
Ладно, посидим еще 4 часа и... Нет, я не могу больше. Подвиньтесь вперед, мне жарко, я себя плохо чувствую. Ладно, неплохо. Я думаю, что у нас хорошие подписчики, и они нас любят. Да. Они нас поймут. Это правда было очень сложно. Мы уже все хотим в туалет, наверное. Да. Я очень сильно хочу, я с 4 утра хочу. Итак, друзья, если вам понравилось это видео, подписывайтесь обязательно, ставьте лайк обязательно. Нажимайте на колокольчик. Нажимайте на колокольчик, говорю вам и я. И у нас есть отличные новости для вас. Мы скоро приготовим для вас один классный новый челлендж. Подписывайтесь. И пока!